Ученые, медики, предприниматели и активисты. За вклад в развитие Саратовской области премии имени Столыпина получили молодые профессионалы разных сфер деятельности. Награждение состоялось в региональном правительстве. Размер Столыпинской премии составляет 20 тысяч рублей. Для нашей области этот конкурс стал уже традиционным и пользуется большой популярностью среди молодежи. В этом году заявки на участие подали 178 соискателей. Каждый из них работает по специальности более 3 лет. В 2015 году лауреатами Столыпинской премии стали 9 жителей региона в возрасте до 30 лет. Они получили заслуженные награды, дипломы, медали и благодарственные письма. Нынешний состав обладателей премии имени Столыпина по-своему уникален. Вам нет и 30, но среди вас те, кто руководит аграрным предприятием и научно-производственной группой крупнейшей международной компании, кто делает на потоке сложнейшие операции, кто имеет научную степень и даже звание олимпийского чемпиона. Если молодое поколение каждого региона представлено такими людьми, то у России не просто большое, а великое будущее.